Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и знаете чего? Я, ребята, переехал, и, короче, теперь я живу рядом с этим страшным домом монстра бабки Гренни. В общем, смотрите, вот тут мне выделили землю, здесь я посадил уже вчера, ну, точнее, я ничего не посадил, но сделал вот такую вот грядочку. Привет, друзья! Я Веселый Джим. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Сейчас я как раз-таки поставлю себе заборчики, загоны сделаю для животных и буду здесь жить. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас есть домашнее животное или же нет, ребята. Вот откройте комментарии и напишите, пожалуйста, есть ли у вас домашнее животное или же нету, потому что у меня... Нету домашнего животного, но сейчас я себе заведу всяких кур, еще кого-нибудь, и, в общем-то, будет очень-очень, я так понимаю, весело. Так, вот так вот все поставим, и пополам вот так вот разделим, вот так вот, и здесь пополам, оп, все, у меня теперь есть 4 загона. То есть, можно держать теперь свиней, так, можно сделать себе, так, коровы, так, где тут коровы, о, вот коровы, потом можно сделать курицы, и кого еще? Правильно, овечек можно еще себе завести. Так, блин, ребята, я что-то, кстати, не вижу, где овечки. Ну ладно, в общем-то, будем без них-то. А вот они. Все, ребята, смотрите, сейчас сюда поставим вот них, а сюда свиней поставим. О, отлично, сюда коров, а вот сюда уже наших кур. Все, просто замечательно и красиво. Теперь можно приступить как раз-таки к посеву наших грядочек, чтобы скоро у меня был свой урожай, и я никаких магазинов не зависел. Смотрите, у меня тут вообще очень все красиво. Если бы не этот, ребята, страшный дом по соседству... Ребята, там кто-то говорит. Я думал, там бабка никогда не выходит из этого дома. Ну ладно, может, что-то показалось? Так. Сейчас грядочку мы сделаем. Так, и сюда посеем. Интересно, что бы мне сюда посеять? Может быть, какой-нибудь... О, папка идет. О, здоровенький булы. Здрасте. Так, сейчас я тут соберу. Можно, пожалуйста, не приближаться к моему дому? Соберу. Вообще-то я собираю мешочки, если что. А, ну я просто говорю, не надо приближаться так, к моим владениям. Соберу. Короче, слушай сюда. Чего? Сейчас последние мешочки соберу. Короче, чего? В общем, эти мешочки, я, значит, сделала зельку. Так. Я, короче, мне надо немножечко протестировать. Ты мне в этом должен помочь. Короче, я... А я не хочу вам ничего помогать. А я протестирую, я тебе говорю. Идите тестируйте так. В своих местах. Посмотрим. Что вы... Увеличится? Так. Что так. Вы делаете? Они так. Должны увеличиться. Немедленно прекратите. Так. О. Ой. Смотри-ка, работает. Ах вы, какая собираем старая урожай, бабка! Собираем урожай! Немедленно так, прекратите! Так, ладно. Все. Короче, зелье работает, все под контролем. Ребята, так, мешочки она... собрала, пошла дальше делать. Она уничтожила всю мою живность. Ну нет, ребята, я так просто этого не оставлю. Так, надо бы... 58 мешочков. Надо ее проучить, ребята, вы согласны со мной? 58 зелек. Так, мне нужна... Так, мне нужна нажимная плита. Так, отлично. Так, закрыла на дверь, отлично, ребята. Так, сюда поставим. По красоте! Сейчас я ей устрою, ребята, по красоте. Сейчас она будет у меня знать, что такое по красоте. Так. По красоте. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Так. Все, теперь можно отсюда понаблюдать. А можете выйти во двор, пожалуйста? Че, тебе зельку продать? Она очень дорого стоит. Мне нужно, чтобы вы вышли во двор. Ну, сейчас выйду. Так. У меня теперь есть 58 зелек, если что. Ты где? Ребята, отлично. Ты где? Ладно, не надо, вы слишком долго идете. Ой, господи. Это что такое? Ребята, смотри. Ты гадина-то ты такая. Так, ребята, то а теперь... То есть ты бабушке решил вот такую подлянку сделать? Так, ребята, а теперь нам надо прятаться под кроватью. А теперь я пойду за своим оружием. Я тебе сейчас устрою... Вы сами напросились, знаете... А я тебе сейчас устрою райскую жизнь, понятно? Вы ничего мне не устроите, вы не сможете, вы слишком стары. А мы сейчас посмотрим. Так. То есть у меня нет двора, думаешь, у тебя двор будет? Ха! Наивный! У вас скоро ничего не будет, потому что вы из ума выжили. Ах, я еще и ты меня еще и оскорбляешь, ладно? Нет, я просто констатирую, что вы не молоды уже. Ладно, хорошо. Так, ребята,
Так, так, отлично, отлично. Надо сейчас быстрее как можно. Ребята, вы сейчас должны меня обязательно поддержать, то поставить лайк. Что будет тот и страдать? Подписаться на канал. Так, так, так. Не так, будет так. У меня такого соседа никогда в жизни. Запомни это раз и навсегда. Я тут жил и буду жить. А мы сейчас из тебя всю душу-то вынем, я посмотрю, как ты будешь жить. Жить от слова животное. Сейчас ты будешь у меня животным. Ну, подопытным. Да вы сначала меня найдите. Что? Вы, старуха. Неплохо горит, кстати. Ребята, хорошо, что у меня рядом море есть. Ой, я могу жить под морем, и там ой, ничего... Ой, красиво-то так, как! Ребята, и там ничего гореть не будет. Так, так сейчас ну мы что, сделаем посмотрим. Туда проходик. Грядки нет, это нет. Так, ну-ка, так. Дверь. Так, что тут у нас? Ага. Это жесть какая. Забираем, забираем. Так, а сейчас мы сделаем кое-что еще. Так, ребята, где она такая? В доме да, ходил. Так, я тут живу припеваючи, если что. Да? Припеваючи, хорошо, хорошо. Не переживай, припеваючи, так припеваючи. Так, ребята, а что он там делает? Мне надо скорее, скорее, скорее сделать так, вот такой вот бункер себе. Вот так вот. Так, ага. Так, 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 сейчас мы тут все ну доделаем, все, ребята. Ну все, по красоте. Говоришь, в море живешь, хорошо. Живи в море, никто блин, не против, ребята, в принципе. Она затопила мой дом. Ну, никто, да, в принципе, сейчас, не ребята, против. Сейчас, ребята, она успокоится, и мы, ребята, пойдем так, ей тоже кое-что так, сделаем. Так, так. Как вы там, нормально все у вас? Все по красоте. Будет он у меня дельфином. Так. Я дельфин, спасибо, я всегда любил воду. Да-да, отлично. Ну, теперь можно и своими делами заняться. Так, ребята, сейчас мы доделаем с вами пол. Ребят, ну видели, она сама первая начала. Я привык, ребята, что всем... Так, это... лестницу сделать так. О, она там что-то, ребята, оп, делает. Оп, сейчас оп, мы себе оп, здесь оп, доделаем, и я пойду оп, кое-что оп, сделаю. Оп, будет оп, она оп, знать. Оп, так что вы, ребята, обязательно досматривайте видео до конца. Так. Ну-ка. Где у меня двор? Так, вот так вот. Вот так вот. По красоте будем, значит, делать в эту сторону. О, все, ребят, сейчас поставим кровать, если что, можно здесь прийти и ночевать. На всякий случай, вдруг она у меня там совсем все что-нибудь так, вот так вот, все. Можно вылезать смело наверх. Так, оп. Ух ты ж, ничего она себе тут сделала, ребята. О, двора-то у нее нету. Так, надо аккуратненько. Лестница. Так, ребята, надо взять топорик. Так, мы будем мстить. Так, соединить с той лестницей. Так. Ребята, тихо. Так. Чтобы так, нас она не так, увидела. Видите, так, она вон там стоит. Так. Так. О, отлично. Так. Значит, заворачиваем вот сюда, сюда. Так, облетим-ка вот так вот ее вокруг. Так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. О, лестница, ребята. Красоте. Ремонт так делает. Смотри, тихо, 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 тихо. Чтобы на она деревне, не заметила. Короче, по небу. О! Нифига я подгадала! Нифига я подгадала! Ребят, смотрите, неправда, лестницу нет. Нет. Потому что она лентяйка, так, она ну-ка никогда ничего сама, ребята, не привыкла делать. Ну-ка. Поэтому всегда пройдемся, хочет, чтобы кто-то за нее что-то делал. Оп, ага. Оп-оп-оп. Сейчас она пройдется. Вот это по красоте. Вот так мне нравится, вот это мне нравится. И это так, пусть дельфинарий, пусть плавает в дельфинарии. Дельфинарий, ребята, мы сейчас ее устроим. Повыше, 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 повыше. Вот так вот, наверное. Оп. Сюда, сюда, все, и ребята, вот сюда. Улетаем. Ну, все. Какая водичка хорошая, тепленькая. Ты чё? Ты чё? Слышишь ты, водичка тепленькая, я тебе сейчас устрою тепленькую, если ты не заткнешься. А я буду еще и песни петь. Я тебе сейчас попою, кажется. Ой, как мне хорошо. Так. А все, ребята. Что он там орёт, а? Что он там орёт? Я не поняла. Оп, все, ребята, делаем дела. Так. Так, лестница готова. Так, двор. Ну-ка, ребята, сейчас тут все должно поменяться. Не по красоте, не по красоте, не по красоте. Так, ребята, а что, ничего не меняется? А может травой его застелить? В смысле, ребята, а почему? Точно. А почему ничего не поменялось? Я не понял. Так, так. Так, ребята, ну-ка. Берёмся. Ой. Или должно поменяться? Ой! Поменялось, ребята. Это что? Смотрите, офигеть. Это что? Это что такое? Ребята, смотрите. Это как это? Офигеть, у нее сейчас дом. Я сейчас не поняла. Смотрите, ребята. А что происходит-то? Офигеть. Бабка-то вон стоит. Перный огурец. А что-то водички прибавилось. Ну, гад. Ну, гад. Ну, ты гад, значит. Да, ты, значит, ах, так, значит. Ладно. Ух, ребята, уходим. Сейчас я тебе устрою. Значит, ты где-то... Ладно, так, где нам нет? Сейчас я тебе покажу, до какой ты будешь так. X500. Ну все. Сейчас я тебе покажу, до какой ты будешь дырки у меня плыть. Интересно. Ой,
Ну, офигеть. Гад! Обсидиан мой сломался. Я тебе сейчас устрою. Мой обсидиан не сломался, ребята, тихо. Устрою, ты будешь у меня в подземелье жить. Все, ребята, обсидиан-то не ломается. Все, ребята, здесь-то я точно в безопасности. Так. Гаденыш, а ты меня не найдешь. Не найдешь ты меня. Ладно, хорошо. Ну что, нашла ты меня? Эй-эй. Значит, ладно. Старая ты бабка. Сейчас я тебе покажу. Так, есть у меня еще одно средство. Какое у тебя средство? Сейчас я тебе покажу, какое средство. Давай, давай, покажи. Интересно, оно работает? Нет, конечно, потому что у тебя ничегошеньки не работает. Ой, ребята, там что-то происходит. Ой, да я надеюсь, оно не сработает, ребята. Не работает. Так, что там? О. Ничего. Ребят, ничего не сработало, кажется. И что, ничего не работает, что ли? Эй, а почему ничего не работает? Эй, бабка, а где твой дом? А где мой дом, да? Где мой дом, значит? Не знаю. Значит, от моего дома избавился, ты думаешь, я от твоего не избавлюсь? Ладно, ребята, короче, ладно, пускай бабка разбирает мой дом дальше, все равно он меня тут не найдет. А вы обязательно меня поддержите, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачи, всем пока.